Друзья, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами, как всегда, компания Arbotoms. Дорогие друзья, с вами Асым. Находимся с вами город Аланья, район Кестель, новый, свежий район, дорогие друзья. Действительно, район Кестель тоже очень быстро развивается, дорогие друзья. Здесь рядом есть большой Мигрос продуктовый магазин. Очень хороший комплекс. Скоро хочу с вами поделиться. 3+1, 155 квадратный метр с мебелью, с бытовой техникой. Продается яркая, такая красивая квартира. С вами будет, дорогие друзья. Так что, друзья, вот такая здесь жизнь. Действительно, до сих пор сейчас ноябрь, да? Месяц ноябрь, до сих пор люди купаются. Как раз я как-то сюда переехали, по пути я посмотрел, люди загорают, отдыхают. Так что, короче, здесь жизнь кипит. Здесь жизнь очень хорошо, поэтому вот это сентябрь, октябрь, ноябрь я очень люблю проводить время именно в городе Аланья, дорогие друзья. Здесь практически зима нету. Здесь очень хороший, мягкий климат, поэтому люди сюда приезжают, большинство людей именно зима, дорогие друзья, потому что здесь зима нету, можно так сказать, мороз нету, снег нету, здесь фабрика нету, здесь экология очень чистая, здесь такая погода для здоровья очень хорошая, дорогие друзья, вам здесь не нужно врач, не нужно лекарство, сам себе здесь все жизни врач, дорогие друзья, поэтому как-то вы думаете, зарубежная недвижимость обязательно рассматривайтесь. Страна Турция и город Аланья, либо Мерсин, дорогие друзья. Действительно, вот эта жизнь, один раз живем, надо для себя тоже что-то делать правильно. Особенно после какого-то возраста хочется для себя жить, хочется для себя просто немножко дорогу меняться, дорогие друзья. Поэтому выбирайте только город Аланья, либо Мерсин, дорогие друзья. Так что давайте теперь внутрь заходим, посмотрим более глубоко вот эта квартира, которая очень доступная цена. Между прочим, комплекс очень богатый, огромный сад. Покажи, пожалуйста, оператор. Огромный сад, есть крытый бассейн, открытый бассейн, горки, хамам, сауна, тренажерный зал. Очень большой комплекс и рядом море, дорогие друзья, район Кестель, море, буквально 300 метров недалеко. Очень хорошо место расположения, дорогие друзья, 3+1, 83 тысяча евро, 83 тысяча евро, 155 квадратный метр. Так что, дорогие друзья, давайте теперь поднимаемся, посмотрим своими глазами. Гору, очень красивую гору, которое название Торос, дорогие друзья. Я очень люблю гору, природа. Действительно, это просто лекарство для здоровья. Поэтому, друзья, выбирайте только страна Турция. Как турок, я вам хочу сказать, Турция – это интересная страна. Просто красивая страна, дорогие друзья. Много вопросов можно здесь решать через человеческие отношения, дорогие друзья, чем другие страны. Здесь проще жить. Здесь оформление документов очень проще, чем другие страны. Здесь комплексы жить, все вот это процедура, все вот эта жизнь намного легче, чем другие страны. Даже не поверите, дорогие друзья. Даже можно засеклить балкон. Вот это балкон, получается еще одна комната. Вообще 3+1. Хотите 4+1 делать? Это зависит от вас. Можете балкон засеклить и получается еще одна комната, дорогие друзья. Поэтому выбирайте только страна Турция, дорогие друзья. Так что теперь мы с вами поднимали на четвертом этаже, дорогие друзья, на четвертом этаже 3+1, 155 квадратный метр. Вот такая балкон, дорогие друзья, вот такой балкон, огромный комплекс. Давайте отсюда тоже посмотрим, вот такой огромный бассейн, горки, спа-центр есть. Между прочим, еще есть теннисный стол, место барбекю, потом бильярд есть и море отсюда буквально
300 метров, недалеко море. Короче, все хорошее место расположения. Вот так, место расположения очень хорошо. Еще, конечно, отделка качества очень хорошо. Итак, теперь мы с вами начнем откуда? С кухни. Вот такая яркая квартира, такая красивая квартира. Желтый свет, очень красивый. И аксессуары, вот такой аксессуар тоже очень красивый, украшает вообще квартиры. Только каждой квартире что-то не хватает. Вот это владелец иногда меня раздражает. Вот все есть, все красивое. Духовка есть, вытяжка есть, все есть. Холодильник тоже есть, буздолабы тоже есть, даже документы все есть, вот это гарантия, все есть, дорогие друзья. И только не хватает, почему-то не знаю, здесь булочек макинесы еще не купили, булочек макинесы нету, наверное, это вам придется купить, дорогие друзья. Все есть, так что чистый, аккуратно все квартира, картинка тоже красивая, хорошая, такая большая площадь, 155 квадратный метр, на четвертом этаже дублекс, дорогие друзья, дублекс, 83 тысяча евро, дорогие друзья, это главный выход, и возле выхода есть такой домофон. И теперь поднимаемся, давайте с вами на втором этаже спальная комната тоже посмотрим, вот такая картинка здесь, такая картинка здесь. Теперь модно, очень сексуальный такой картинка. Немножко надо скромнее что-то купить. Здесь тоже домофон есть, камера есть. Отсюда может все проверить, посмотреть. Территорию камера есть. Так что, друзья, теперь мы куда перешли? Перешли на втором этаже. Вот так. Чамашир макинесы есть. Здесь документы есть. Все новые, чистые. Давайте проверим. Вот такой чистый. Все чистый. Много шкаф есть. Это большой плюс. Вам удобно будет. Так что, друзья, красивая квартира. Мне очень понравилась. Особенно яркий. И дверь. Здесь общий санузел. Вот такой общий санузел. Душевая кабина. Туалет. Яркий такой красивый свет. Вот это свет. Действительно красота. Молодцы турки, да? Очень хороший сервис. Такой сервис в мире нигде нету, дорогие друзья. Поверьте мне, как турки делают, никто вам не будет делать. Испанцы, итальяне, болгары. Никто вам не будет делать такой сервис. Все есть. Все для людей. Утром у меня в офисе был клиент, и они сказали, что в Турции все для человека. Поэтому вы сюда приедете, не удивляйтесь, не ищите подвох, потому что здесь менталитет, культура совсем другой, дорогие друзья. Вот такой большой кровать и большой такой шкаф, шкаф-долап. Долап-шкаф. И здесь есть еще один санузел, вот такой санузел и душевая кабина. Итак, давайте еще с вами продолжаем посмотреть. Вот такой здесь что есть. Вот такой давай. Семь первый. И здесь огромный вот такой шкаф есть. Родительский шкаф. Огромный большой шкаф. Действительно высокий, еще широкий. Мебель. Очень что? Тебе тоже видно? Пусть видно будет. Боится я, чтобы не видно зеркало. Большой, никуда не денемся без зеркала. Видишь, всем тоже видно. Вот так, огромный шкаф, большой шкаф. Мне очень понравилось, вот это как-то я фото видел. Шкаф огромный, большой и новый, и кровать. И вот такой еще картинка здесь. Турецкий текстиль, кровать очень красивый такой. Действительно, даже вот открою, посмотри, пожалуйста, посмотрите. Вот такой даже пакет есть. Еще все новый, матрас новый. Итак, отсюда выход есть, балкон. Еще с другой стороны тоже есть соседи комната. Оттуда еще тоже есть выход на балкон. Детская комната. Вот в таком виде она продается. 155 квадратный метр на четвертом этаже. Район Кестель, дорогие друзья. Район Кестель. Теперь мы с вами попали. Детская комната. Вот такой. Все мебель новые, дорогие друзья. Все мебель новые. И здесь такой красивый, хорошо. Так что давайте еще террас тоже посмотрим. Здесь огромный такой тюль, занавес. Красота. Вот гору отсюда более красиво видно. Покажи, пожалуйста, вот это горы, природа, бананы.
мандарин, мушмула, апельсин, как будто продуктовый магазин. Вот так. Если вы отсюда идете, что-то сорвете, ничего не страшного. Для турецкого менталитета это абсолютно нормально. Дорогие друзья, так что, ну как вам понравилось? Если вам понравилось, ставьте лайк и обязательно поделитесь наши видеоролики своими друзьями, дорогие друзья. Потому что наши видеоролики это интересный ролик, семейный ролик, дорогие друзья. Конечно, вам тоже отдельно большое спасибо. Хорошее время вы со мной, плохое время вы со мной. Я это чувствую. Я немножко здесь не то. Немножко у меня вчера операция была, но все равно я решил сегодня тоже с вами побывать. Но все равно за один ролик одевался, пришел и решил с вами побывать. Вечера после операции я решил немножко себе не очень хорошо, комфортно чувствовал, потому что я себе чувствовал, как будто я пропускал вас 1-2 дней. Поэтому решил сегодня с вами побывать, дорогие друзья. Я вас очень люблю. Всем желаю счастья, удачи. Если есть какой-то вопрос именно про этот комплекс, +90 530 442 42 33. Это мой Viber, WhatsApp и Telegram. Всем удачи. Пока-пока.